О, есть! Всем привет! Сегодня мы с вами снова на рыбалке. Рыбачим все на том же озере. Немножко уже сунок, чувствуется запах гнилостной травы. А это значит, что уже пошла придуха. Сегодня у меня такая тактика, стратегия. Буду переставляться. Сейчас часик постою и потом буду потихоньку передвигать чуковки на 10, на 7 метров. Именно вдоль растительности или прибрежной береговой зоны. Потому что я думаю, что в связи с придухой вся щука будет стоять вдоль берега. Поставил в этом направлении 5 щуковок. 2 штуки вдоль берега самого. 2 на ямке двухметровой. Там уже 1,5 метра осталось. И одну прямо в растительности. 3 штуки вдоль берега. Прямо вдоль травы. Там где-то глубина до метра. И 2 штучки сразу тут. И потом потихоньку мы будем переставляться вот так вот вдоль берега, вдоль растительности. Сейчас посмотрим, что у нас тут с живчика. Как обычно, набрал я целое ведро. Верховка, карась. Кое-где вот пескарь есть хороший. Такая уже на окуня вообще супер было бы. Полосатый бы радовался. Идем продергивать щуковки. Смотреть, как мы их установили по темноте. Эту щуковку я поставил вот недалеко от берега. Буквально тут 2,5 метра. На глубине. В прошлый раз щуковки стояли. Так, живец активный, хороший. В прошлый раз на глубине стояли щуковочки. Поклевок не было. Я думаю, это было связано с тем, что началась придуха. Все, обход завершен. Можно теперь еще минут 20-30 отдыхать, попить кофе. Езжу на это озеро, потому что оно ближайшее самое. Во-вторых, потому что зимой очень активная щука. Тут всегда весело, есть всегда сработки. И третий, как бы такой фактор, кроме того, что близко и что весело, что сработочки есть, тут есть крупная щука. Друзья, переставил одну часть, половил на мормышку, потом другую. Вот первую часть, которую я перенес справа от меня, я поставил самую траву, вот на самую ближнюю, на маленькую. Ой, блин, 2 сработки. 2 сработки сразу. Тут промахнулась, на следующую побежит.
Две сработки было. На последнюю с левой стороны и на первую с левой стороны. Там карася покосало, порвало, я поменяю. А на этого, на пескаря вообще никакие дефекты. Скорее всего, это окунь. Еще одна сработка, пока переносил три штуки возле меня прямо с левой стороны. В тот раз тут тоже была сработка. Смотало, наверное, где-то около 1.5 метра. Ну, вместе с поставушкой. 1.5, просто кусок при ударе, наверное, сбило. Перенес я вон щуковки с этой стороны. И вон я вон дальнюю, на которую была сработка, тоже ее перенес. Буквально на 2 метра. Вот, щука, когда я в старую лунку пустил, не брала. Она отошла, если это была щука или окунь. Ну, стоило мне только чуть-чуть ее сместить, найти, где она стоит, сразу же произошла поклевка. Ударила, но смотки не было. Вот, щука атаковала на пескаря. Друзья, пока переставлялся с работочка на перенесенную, самую дальнюю. Поставил ее там за кабачек с травы. Живчика нету, смотало где-то 2, может 2.5 метра. Друзья, 6-я сработка, тут ямка рядом, но я на переходе с ямки на мель поставил, пошел переставлять щуковки, рядом пошумел, и сработка произошла, пока не крутит. Не помню, что тут пескаря я ставил. Непонятная история, живца нету. Я только что посчитал, смотано больше 8 метров лески. При том, что я вот был, тут 30 метров от меня. Вон я бур стоит с щуковкой. Я пока сюда подошел, но уже не крутило. Даже я когда уже и шел, не крутило. Это вот она стартанула, столько смотала. Разбирался с живцом, смотрю, 7-я сработка и 8-я сработка. Еще 2 щуковки сработало. Дуплетом 8 сработок, но сегодня раздает так раздает, 2 сработки сразу.
и это, и так. Обе я переносил. Вон еще одна загорелась. Дальняя самая. Три сработки сразу. Друзья, на эту щуковку смотала всю леску и завела в корчи. Тоже не мелочь. Ужас, просто вообще. Что это такое? Три сработки сразу. Хороший день. Что у нас тут? О, есть! Друзья, первый трофей, наконец-таки, седьмая сработка эффективная. Вон еще одна. Интересно, что тут. Давай, давай. Всю леску посматривала. Кажется, мель 70 сантиметров. Всего этого эльдорадо 4 сработки, наверное, за минут 15. Сначала на крайнюю, потом смотрю, тут горит. Одна, две, подбегаю, третья загорелась. Я зарядил, там какой-то пескарь невезучий. Вот два раза атаковала и не заглатывала. И я только одну щучку взял. Красавица такая вот, басенькая. Заглотила хорошо. Ну, размотала почти все. Девятая сработка. Я просто пискаря на последнюю опять назад закинул. И опять атака на пискаря этого же. Наконец-таки пискаря этого стянуло. Фактически ничего не смотало. Сейчас надо перезарядить щуковки. У меня сейчас вне игры 3 штуки. Сейчас я щуковки 5 штук. И вот эти 2 тоже. Только что вернулся с другой стороны, там где 3 перенес. Вот подошел, присел, уже сработка. Это 10-я сработка за сегодня. Выходим, я, оказывается, очень актуально переносить щуковки. Живец пожеванный на щуковке, но целый, даже не смотало ничего. Сейчас, скорее всего, опять будет сработка, либо это мелкая щука, либо окунь. Все, собираемся домой. Начал сматывать щуковочки с ставки. Вот, на саночках сейчас поедем. Что у нас по сути получилось? 10 сработок. 4 сработки в конце сразу было. И одна в конце еще. И одну щучку взял, такую, может, килограмм, кило 200. И все. Хотя, если взять по смоткам, то смоток было около, наверное, 3. Вот это вот, что я взял, хорошая была смотка. Под деревом. И тут одна
или две, четыре, ну пускай четыре хороших смотки. И вот одну такую щучку я взял. Все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем счастливо, пока-пока.